Сегодня в Туве стартовала вторая республиканская школа молодого ученого. По словам организаторов, школа проводится для обучения молодых ученых, учителей, врачей и специалистов основам проектной и научно-исследовательской деятельности, также внедрение лучших научных идей в промышленное производство, сельское хозяйство, сферу культуры и общественных инициатив. Так, в Кызылском колледже экономики и права прошло первое занятие, где участники узнали о создании проекта, в защите и его оформлении. Отделение порядка 25 человек. Это в основном работники ведущих научно-исследовательских учреждений. Но опять же, только членами РУСМУ мы не ограничиваемся, потому что мы активно привлекаем молодых специалистов из других организаций, как научных, так и, собственно вот говоря, молодых врачей мы привлекли в этот раз, молодые учителя. Организаторами выступили региональное отделение Российского союза молодых ученых в Туве и Министерство образования и науки республики. Отмечается, что формат мероприятия в виде цикла интенсивных обучающих занятий, тренингов и мастер-классов оказался востребованным и результативным по итогам первой школы. Так и сегодня проектная школа собрала более 70 участников из разных учебных заведений республики. Хотелось бы узнать, как строятся бизнес-планы, проекты. Хотелось бы узнать проблемные вопросы республики Тыва, чтобы активизировать свою научную деятельность самому и преподать ее студентам. Кроме того, организована и деловая игра, в рамках которой присутствующие учились оформлять свои проекты, а в дальнейшем участвовать в различных грантах. Напомним, первая школа молодых ученых прошла в 2010 году. Тогда участниками стали около 60 человек. Половина из них поступила в аспирантуру, 3 человека защитились, 4 подготовили диссертации и защитятся в ближайшее время. Есть выигравшие грант председателя правительства Тувы.